Ласа поймала крысу. Блин, тут темно. Офигеть, сейчас попробую. Пап, возьми по... Надо этот... Панасоник надо взять. Она рычит. Белая с длинным хвостом. Это крыса? Угу. Аккуратно, лапочка. Ласа. Вот, блин. Ага. Давай ее держим. Я слышу, писк такой стоит. Думаю, что это? Да, крыса. Крыса. Представляешь? Попробуй приблизить. Попробуй. Потому что подойти нельзя. Живот. Ну там хвост длиннющий такой. Это крыса, да? Mm-hmm. Представляешь, да? Да, крыса, крыса. Папка, а ей ничего не будет, если она ее, блин, съест? Ну, они же переносчики заразы. Ну, не знаю. Что ты думаешь, отобрать? Ну, я не знаю, не пойму, она мертвая или нет. Сейчас, как если я отобрать, если она убежит. Это да, вот это и тебе домашняя Ласа кошечка. Пуш. Ты даешь. Смотри, чего. А я там себе готовлю, слышу такой, такой писк какой-то странный. Угу. Думаю, в смысле. Смотрю, Ласа тащит. Да, она серая, тут живот белый. А мне в темноте показалось, что белая. Хорошо. Ну, вроде не дергается, да? Да вроде не живая. А может, она притворилась мертвой? Может быть. Она ее, видишь, она не совсем за горло держит, а за плечо. Mm-hmm. Если она сейчас отпустит, она может убежать, мне кажется. И она не знает, что с ней делать, наверное, mm-hmm. да? Жук, не мешай. Сработал инстинкт хищницы. Рычит, потому что Костян хочет подойти. Я вообще не знала, что у нас крысы есть. Я тоже не знал до этого момента. Да. Мышку видела маленькую, когда Костян поймал. Крыс вообще не видела. А вас не знает, куда с ней деваться. Да, она не знает, что делать. Капец. Вот эти крысы и делают хода в домах, да? Ну да. Прогрызают. Вот те дырки, что мы заделали. Ну, она держит и ждет, пока та подохнет, наверное. Не знаю. Она сама в непонятках. Ого, хвостяра, да? Угу. Ну это крыса. Угу. Это не мышь. Угу. Однозначно. Да. Как же поступить? Отобрать или чё? Себе это нормально? Да, нормально. Ласа. Девочка. Потащила добычу. Чтоб не на стол. Только не на стол. Боже, а глазища-то у нее, да? Да придушила она вроде. Да? Не знаю. Как-то она так боком держит. Офигеть, какой хвост. Что, думаешь, уже шею переломала ей, да? Ну, писк был. Прям такой громкий. Их, видишь, от мышей не отличаются крысы, да? Да. Угу. А ну, приблизь еще, угу. Чтобы рассмотреть. Угу. Да, вроде мертвая, да? Угу. Вот это ласатушка. Тихая кошечка. Ну, она на даче ловила. Мышей. Мышей. Ящериц. Ящериц. Опа.
Все. Все. Мертвая. Я думаю, что надо отобрать, папка. Высоту уж. Нельзя, Костик. Дохлая, дохлая. Офигеть. Я первый раз вижу крысу. Ребята, это жесть. Я никогда их не видела. Зубы желтые такие у нее. Угу. Что, она переломала ее на хребет? Да, наверное. Видно. Че, Ленке будем показывать? Ну, покажи. Надо же знать. Ну, да. Что такое крыса? Слушай, а куда же ее выбросить, а? Ну, вообще-то куда-то в мусорку или куда? Куда-нибудь. Ну, понятно, если туда они раскопают, она вонять будет. Угу. Она крупненькая такая, да? Ну, да. Сейчас я Ленке покажу. Ребята, у нас ужин. У нас такого еще не было. Мы сегодня здесь в 12:30 ужинаем. Mm-hmm. Первый раз такое, да? Короче, монтаж время отнял. Вот. Надо тебе монтажить. Ты быстрее монтажишь, чем я. Да. Ты часа три сидел, да? Два сидел. Короче, ужин у нас. Начинаю все равно переслушивать, что-то резать. Что-то. Короче, у меня такая фигня. Я так вижу мир. Так, суп грибной, майонез, правильно тебе, да, бабахнуло? Да. Суп с грибами, мясо, свинина запеченная, соус с базиликом, хлеб черный тебе. У меня вот карасики, наконец-то я дождалась, буду карасей есть. Все, всем сабанат. Приятного аппетита, ребята. Приятного аппетита, сабанат. И встретимся с вами за завтраком. Приходите. Писала, покакала, и все хорошо, жду еды. Кисаваса тоже пришла. У нас тут уже шатер, животные. Ребята. Вот они. Конкретный. Да, со всех сторон занавешен. Конечно, но ночью так было холодно, что хотелось, да вот, чтобы ветер не дул. Хотелось, да. Мы по мордам и по спине. По мордам. По мордам и по спинам. Так, завтрак у нас, ребята. Мистер Карась, игра началась. Вот. У Сережи, смотрите, я вчера ночью, я только в начале первого закончил готовить, и собаку еще кашу. Собаку кашу варила. Собакам кашу варил. Собакам каша кормила. Короче, наварила каши собака. Потом думаю, на утро нам бутерброды ничего нет. Я быстренько замариновала куриное филе. И, ребят, никакой духовки. Вообще просто этот. Просто так. Возникли мысли, разбились об асфальт. Короче, просто обжарила на сковороде, ребята, филе замаринованное. С одной стороны, с другой стороны. Крышечка накрыли, все готово, смотрите. Пожалуйста. Офигеть. Любуйтесь. Мамочка, ты умничка у нас. Спасибо. Спасибо. Вот. Бутерброды с куриным филе, помидорки, чаечек пьем. Лена просто сказала чай, она не хочет пока завтра. Просто чай. Возникли мысли. Это у нас вчера было, да, что слово Лена скажет, у нас игру придумали. Да, игра такая у нас была вчера. Прикольно, да? Да. Песню пели на какое-то слово, да. Которое там есть. Прикольно. Ну, не полностью, конечно. Попробуйте поиграть. Слово говорите, и на это с этим словом песню вспоминаете, какая есть. И так можно долго-долго продолжать, на самом деле. Только пару слов мы вчера там не угадали. Были, да. Так, все. Приятного аппетита. Доброе утро, ребята. Птички поют, солнышко светит. Благодать. Красота. Что, ребята, я продолжаю. Вот они.
Красавцы, помидорки. Эти уже залила кипятком. Тут еще вон две банки не залитые. Вот это я прямо из чайничка заливаю, а потом я эту воду выливаю. О, сейчас закрою эти помидорки. И на сегодня с закатками все. Буду заниматься, да? Тем-то другие вот наконец-то. Уже не хочу, уже закатки надоело. Ну что, мамка, я повесил вот такую лампочку. Светильник, короче. Здесь все заделал, блин, основательно. А что там, пакетик, да? Да, в пакетик здесь замотал. Там, то есть провода вообще тут не промокнут никак, даже если на них лить. И вот такую полочку приделал. Прикольно. Ну, вот, если честно, даже такой брус, что я вчера, когда не было полочки, я просто сюда вот так вот ставила. Они здесь держатся. Да, они и тут держатся. Не, ну вот это тоже нужна. Не, ну полочка прям в этом, так конкретно. Это нужна, потому что я вчера мылся, на нее ноги ставил. Да? Ногу поставил, намылил. Ого! Высоченько. Можно присесть, если устала, можно моешься. Можно для того, чтобы сидеть? Да не, вряд ли. Но на нее вода, она полностью мокрая, эта полочка. На нее. Мокрая, да. Вода. Но на нее мочалку можно кинуть, когда мылишься. Тоже прикольно. Смотри. Ух ты, блин. А этого не было? Не было вроде. Я не помню. Я не видела этого. Надо залить чем-то, блин. Нифигашка себешка. Да. А может быть два болта сюда? Только надо такой длины, чтобы... Нифига себе! Прикинь, а надо, знаешь, я сейчас стяну болту. Надо вчерашнее видео открыть, посмотреть, может там есть, было оно или... Может, мы не заметили, как всегда. Может, после переноски оно... Или... А может, оно было, надо видео посмотреть, когда мы обзор, когда только душ нам привезли, да? Угу. Кстати, прикинь. Офигеть. Ну так все классно. Он пишет в комментариях, что не надо вот это заделывать. Но пока лето, как бы, не надо, лето, да? Лето, да. А вот вечером, когда поздно вечером мылись, то тут так тепленько, потому что сам настил, солнышком за день нагрелся, тут хорошо. А ветер? Вот. А да, когда холодный уже ветер. Вытираешься, ну, ты как бы подмерз, то вот здесь вот дует, получается. Да. А эта полка так классно подошла, да, она сидит тут. До свидания. Ага. Она такая большая шторка. Да, ну прикольно. Ну что, нормально. Не, ну здесь совсем другое дело мыться. Это не в том душе, ну, да? Конечно, ну комфортно. Блин, ноги грязные, натоптала. Да ничего страшного. Капец. Сейчас он нагреется часам к 6, он вообще становится такой тепленький, да? Ну да. Ну что, в понедельник нам отправят эту штуку эту. А попробуем. Холодный, да? Да, холодный. Холодный. Ага. О, блин, целый день нагревается он, да? Ну, наверное, чтобы, если ты хочешь, чтобы под солнце он быстрее нагревался, то это надо было брать на литров 50, наверное. Не, ну да, чем меньше. Да, чем больше, тем он больше нагревается. Или ставить на что? Тот нагревался конкретно. А на старый, знаешь, что нагревался? Потому что он это оцинкованный, то есть железный он. И железо как? Пластик все равно есть пластик. Ну, к вечеру он у нас тёплый. Прям теплый был. Прям такой прям горячеватый даже, потому что металл. Видишь? А сейчас даже я таких не видела, чтобы продавались. Да, их нету, да. Сейчас что-то мы специально смотрели. Да, я весь интернет обрыла. И пришлось пластик брать. Ну, пластик не то. Железный нагревался так добрячий. Ну, ничего, поставим ТЭН. Будет нагреваться. Да. Так, все. Отлично, все работает. У меня машинка. Здрасте. У меня машинка стирает. Сегодня не одна стирка будет. Сюда поставили. Кстати, Сережка купил мне 4-метровый, удлинили мы. Вон он пошел, слив прям туда, в яму. Вот. Ну, приходится сюда таскать стиралку. А, все, она выключилась. Я ее уже 2 раза по 15 минут колопуцнула. Вот. Все равно как-то неудобно, что она здесь стоит. Короче, когда она тут стояла, стиралка, мне, ну, до воды ближе, да, ведрами таскать, раз-раз, и там полосканием занимаешься, в ведре воды поменять, а сюда дальше ходить. Слушай, я что подумала, а у нас же есть это, у нас же есть сливная яма. Если да, на постоянку, да. Здесь, о, на постоянку прикопать его, в сливную яму, и все, он тут конец торчит.
Когда мне надо стирку, мы машинку вынесли, поставили. Я здесь стираю, вода же рядом. Я тут стираю, вот. Потом раз, оно же один в один так входит. Чик, вода пошла. Ну, давай так сделаем. Так, наверное, будет лучше. Закинем. Все равно мы там ее оставлять не будем, потому что дождь и все на свете. Мы выносим только на время стирки. У нас есть сливная штука. Туда я не поставлю, там солнце, а тут тень постоянно. Угу. Блин, точно. И навес тут. И навесик есть, да. Блин. Но уже с водой. Правда, он порвался, блин, что с ним делать? Ну, нам написали в комментариях, что можно зашить. Ну, ребята, да, чтобы зашиться, надо его полностью снимать. Я думаю, дело в том, что осенью его уже скоро будем снимать. Уже пускай он так довисит. Просто это можно прицепить, чтобы не болтались вон там прищепка. Mm-hmm. Пускай уже так довисит, а осенью мы его снимаем. У меня дома есть швейная машинка, только иглу никак не купим. Я зашью его, ну как смогу, зашью там несколько строчек этот самый. И на следующий год мы опять его повесим. И все. Давай так. Говорят, что машинка, ну, нормально, надежно шьет. И все. И будет отлично. Сейчас уже неохота его снимать, с ним возиться. Вот, а да, машинку в следующий раз точно. Вот здесь сюда вот, ну, убрать эти все ведра, куда-то тут поставить, водичка рядом. Блин, надо настил сделать давно, блин. Что? Вот сюда. Да нормально, вот ведро становится. Да. Так пойдет. Там он поубирать. Там настил не нужен, деревянный. Где, перед душем? Да. Нет, там небольшая ступенька, мне вообще комфортно, нормально. Зачем, оно будет смотреться, черти чего. Не надо. Вот, ну все. Блин, ну ладно, в следующий раз тогда сделаем это. Неохота сейчас уже таскать, хай стирает. Перетаскивать. Ну да, время только сейчас. Ну да, да, тут элементарно все, закинем, короче. Точно, точно, да. И здесь какое-то место, чтобы ровное было, чтобы ничего не подкладывать, да, очистить так. То надо нам, мы хотим этот самый, под беседку, приподнять беседку. Если на кирпичи, ребята, это будет, смотрите, ножки у нее довольно-таки маленькие. Высоко. И действительно, когда дождь, сильный ливень, то прям под беседкой собирается такая лужа воды. Тут получается такой этот сам. Вот. И если кирпич, это сильно будет, ну, слишком высоко ступенька. Тротуарная плитка. Есть такая, есть 2 сантиметра высотой, есть 1,5 разные. То есть тротуарная плитка, есть такие небольшие как раз подножки, 12 штук, 12 ножек. Раздобыть 12 плиточек и все. Тротуарных. И нормалек будет. А там я не видел на 7-м тротуарных. Не продается. Нет. Где-то у нас на деревне есть вроде бы. Где-то я объявление видела или что. Что тротуарная плитка. Надо порыскать, достать ее. Да подложить, да? У кого есть тротуарная плитка? Может, завалялась? 12 штучек. Да, именно. Да. Так, шо, помидорки, ребята, смотрите. Закатала. Вот они, красавичные, видите? Классные, классные. Так, у нас тут, видишь, сколько, и сок, ну сок, и а сок еще теплый, эти помидоры остыли. Это все будем сгружать в погреб. У нас там уже так папка нормально. Осталась еще партия лечо и хоть немного огурцов, и все. Остальные помидоры что будут? Будем что-то, я попробую немножко в морозилку заморозить, мне светлый в комментариях. Я хочу попробовать, ну, уже который будет на огороде там. Прямо сейчас можно аджику делать, есть. Ну, а, можно, свежего. Да, пожалуйста. Только принесешь мне, я тебе сделаю. Да, конечно, принесу. Вот, можно мне, у меня же есть сушилка. Я что-то так толком ей еще не пользуюсь, только кабачки только досушила и все. Эти посоветовали вяленые томаты. Как-то их режешь, там их высушиваешь, потом складываешь куда-то, по-моему, в баночку. Вот. И их и так вроде кушают, и в блюда добавляют. Если там что-то готовишь зимой, раз горсточку вяленых томатов, они типа разбухли, ну, этот сам. Тоже попробовать надо. Ну, по закаткам все. Лечо еще сделаем, баночек 12. И этот самое. И что? И все. А, и огурцы купить надо хоть немного. Наверное. Понятно, они уже подорожали, как бы, надо было раньше. Ну, пофиг, хоть баночек там 5 огурчиков, 2-литровых каких-то. И все, и на этом заготовки окончены. Кабачки у нас есть, кабачковая икра у нас есть закрытая. Достаточно вот так вот с головой. Ну, все, и все. Так, шо, папка?
Я еле мясорубку отмыла. Тяжело мыть после томатного сока, когда сетка, угу. она вся забивается. Вчера драила, блин. Капец. Надо, знаешь, чтобы на хозяйстве что было? Ёршик. Помнишь, раньше для бутылок? Угу. Ёршик такой, на железный, на конце этот самый. Вот, и чтоб ёршик, чтоб туда внутрь так чуть-чуть помыть, потому что так пальцы туда не долазят до конца. Вот. Что сегодня готовить? Готовить? Все подоедали. Вообще не знаю. Что хочешь, что попроще? Я не хочу. Я бы вам борща наварила, да капусты нема. Все есть капуста. На борщ, кроме капусты. Я могу съездить, видишь, купить. На огороде, не сажали капусту, а так, значит, это полный набор. И морковь, и свекла, и помидоры, и картошка, лук, все. Куда можно съездить? У нас, базар? Может быть, в этом магазине бывает, в нашем сельском капуста бывает. И минералочка там есть. Холодная. Минералочки взять тебе, да? Да, я так пить хочу, компота не наварили. Там, блин, реально не из чего компот наварить. Разве что на компот малинки собрать. Угу. Ну, сколько там ее той малины, разве что маленькую кастрюльку? Да соберем. Вот. Яблоки еще есть, но яблок мало. Что, одно деревце, вот это вот, яблок, и все. Что, я говорю, много-много всего деревьев, а... Груши фига, какие-то непонятные. Да. Темные, черные, угу. больные какие-то. Да. Да. Ну, старое дерево. Я и думала, груш будет дофига, но думала, насушу, но не. И яблок нема, из чего насушить. Ну, сушку. Он есть, надо на дерево залезть. Ну, есть чуть-чуть, но Лена их кушает. Это единственное дерево здесь. И они вкусные, сочные, кисленькие, которые она любит. Она вот это по одному, по два срывает и кушает. Пускай ест. Сылычий классный компот получился. Ну, то алыча не наша была, то, что у мамы брали, да. Ну, да. Короче. Скоро нам предстоит деревья сажать. А, ребята, я знаю, что понаписывайте мне, что, Юля, ты вчера была в этом, помидорами уделалась и сегодня. Но я же занималась только что закатками. Вот, сейчас у меня вторая партия, я уже закончила закатку. И ты переоденешься, и, да? Я закину в стирку и чистенький одену. Ну, а что два раза одежду этот самый пачкать? Ну, конечно. С этой стороны-то она чистая, понимаешь? Изнутри я себя одела, сейчас в душ схожу. Все так вот по-домашнему, ну, не сильно уделанный, чуть-чуть. Немножко там, да. Да, сейчас постираю, переоденусь. Все, сейчас набираю ведра, буду полоскать, заниматься стиркой. Ну, стирка тоже, конечно, это вам это не автомат, это полуавтомат, то приходится немножко, конечно, приложить, время уходит, и усилий приложить в ведрах полоскать. Я набираю два ведра воды, сначала в одной воде полоскаю, потом в другой, потом в отжим, ну, это, короче, тудым-сюдым такое. Вот. И все.